В Гагре, как и во всех районах Абхазии, проходит вакцинация от коронавирусной инфекции. Так, депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Алмазхан Барцыц получил первую дозу вакцины «Спутник Ви». Вакцинация населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается. В Гагрской центральной и районной больнице 3 июня вакцинацию прошли 19 человек, в их числе и депутат Народного собрания парламента РА Алмазхан Барцыц. Алмазхан Барцыц на вакцинацию пришел вместе со своей мамой Ириной Габуния. Как положено, заполнили анкету, прошли медосмотр и направились в процедурный кабинет. Утром разум открывается, тянут, укладывают один слой теплоэлементы в три слоя этих. Посмотрите, вот такая она идет в замороженном виде. Мы ее достаем, надо ее разморозить быстро. И какого числа? Вам надо будет освободить ручку, потому что делаем... Да. Все. Один сынок у вас, да? Две дочки. Спасибо вам большое. Немножко легкая болезненность может отмечаться на второй-третий день. Все мы знаем, что у нас идет активная фаза вакцинации от COVID-19. Сегодня мы посетили, я со своей мамой посетили Гагарскую больницу. Нам сделали вакцину «Спутник Ви» от COVID-19. Самочувствие замечательное. Как вы себя чувствуете, Ирина? Очень хорошо. Очень хорошо. Призываем всех отнестись ответственно к этому мероприятию. Пандемию мы можем победить только вместе, сообща. Сил одних медиков не хватит. Только вместе с населением мы сможем победить.